Без мечты мотороллы. Вот так вот умирают гуманитарщики. О, давай, пойдем. Уходим. Мы здесь не задерживаемся. Слышь, что? Ебаный свет. Ну, давай, на Иванчик. Вперед. Хорошо, блин, реально, ребят, вот хорошо у вас. Хорошо, ребят. Вот, по-домашнему как-то. По-домашнему, да. Опа, блин. Опа. Видел мотора? Три штуки возле машины прям взял. Ой, блядь. Красота! Да? Да. Ну это пиздец. Слушай, ну в наушниках-то сказка. Вообще. Да, ты без наушников планируешь. Это более чем забавно, что лопастики по нашей тачке. Да. Я-то думал, что здесь будет как-то все это... Поспокойнее, да? Поспокойнее. Оказывается, нет. Да нет. Моторола устроил действительно экскурсию. Экскурсии по Новороссии, по полной программе. Да, это... Выходишь из машины... Сколько прошло? Минута? И сразу начали лупить, конечно. Даже не минута, но... Они поэтому и носятся так, да. Вышло и начали лупить, да. Иваныч, почем номера в гостинице? Дорого! Так, пока... О, прям в окно. Хорошо, вызвало, да, зимай. О, хорошо, полетел. Это смс. Вернуться не обещал. Ох, как хорошо, Лёд. Все, куда надо. Зачем Петра убить? Можно тоже у вас смс-очку продолжить, а то молоко сначала, как говорится. Смотри, знаменитое просто место. Вот здесь Пореченко развездился, так сказать. Да, дед на замену. Полка покажу. Что? Полик. Ну, полка полагается. Капитанский рупор. Матрос легендар. Матрос. Легенда у нас командир. Мы рядом с ним. Могли в замене перчатки. Можешь хуй. Что, дед заряжен? Да, да. У него отдача хорошая, я помню. Вот мы пробовали, мы не достаем. Не достаем, оно у него сопровождение на 2 километра. Лошара. А, бывает осечки. Это под лицо сделал, нормально. Хуя сидит отдачи, вы что, мужики? Прикалывались маленько. Ты не понял. Я тебе говорю, не упирай в плечо сильно. Когда идет, уходи вместе с плечом. Понимаешь смысл? Ну это надо привыкать. Надо к вам на месяц приехать на обучение к матросам. Да. Сги, желательно. Вот посмотри, как дед, покажи, как ты стреляешь. Да деду я, попую. Да. А, понятно, он не спасибо. Держит плечо, блядь, понимаешь, под удар. Видишь, у нас играл. Отдачи нет, говорит. Сейчас ты, блядь, не летишь вообще. Слушай, ты броники прибыл. Ну а чё вы его не спали? Сначала был сильный обстрел, я слегка обосрался и сидел в щели.
Потом слышу, где-то стали наши стрелять. Влажу, блядь, что-то тут везде дым, все остальное. Смотрю вот в тот монокуляр, и раз передо мной бэха прямо проезжает. Ну, БМВ с людьми. Думаю, вот, блин, обидно. Смотрю, а в дыму ни черта не видать. Слышу, как наши бахнули что-то, и пламя такое. И я на это пламя прямо раз послал ракету. И бубух, и все. И герой. Я не понял, что я уничтожил там. Потому что потом тут это снова начался обстрел. Я снова подзалез, потом мы выбежали туда, потом бежит нос. Я говорю, нос, слушай, а я во что-нибудь попал. Он смотрит прицел и говорит, у тебя танк разъебанный в прицеле. Ты что, говорит, ты его въебал. Я думаю, нифига себе. Вот ездим по позиции Моторола и видим, что до ребят все доходит. И шлемы наши, которые отправили, вот шлемы, которые вот последние отправили, вот бронежилет наш. Вот видно, ну не разговаривай. Вот броники. Все, сегодня вечером мечту Моторола перетянем. Вообще ребята все будут комплектованы. А что за мечта? Мечту увидишь. А вот у вас вот наушнички тоже начальники наши присылают. Активные. Супер, да? Великолепно. Поезд Моторолы. Акция «Почувствуй себя Моторолы». Почувствуй себя Моторолы, вот он. Мужской вариант бутерброда с колбасой. Да. О, видишь? Колбаса частично толще, чем хлеб. Да. 1-2 Что, здесь сидел, да, когда осколок прилетел? Да. Вот. А ведь это, будем называть этаж, нет? Не надо. В общем, высоко. Нет, главное, нет, самое главное, что и продолжает здесь сидеть. Да, и все равно продолжает сидеть. Спокойно, потому что сейчас себя посадил, тебя посадил, правда. А потому что я этот. Нет, он меня посадил, потому что сейчас по расписанию должны как раз бабахнуть. Протестить. Но на мне пока еще не мечта Моторола, потому что поэтому немножко волнуюсь. Экскурсии по Новороссии, гид Моторола. В общем, вот дизайн интерьера лично Моторолу занимает выбором обоев. Это мои ребята. 3 или 4 дня назад пришла к Мотороле и Гиве форма наша. Вот ребята уже в ней сидят. Вот по чесноку как. Теплая форма, не продувается, все хорошо. Все отлично. И вот тоже, по-моему, да, боец? Да, так точно. Ух ты. Она держится уже совсем на соплях. Да. Выходные какие у всех. Криво, конечно, но ладно. Но информативно. Все логично. Все логично. Дырки не падают. Подружились. Говорит, забирай. Забирай меня в Москву. Ну, куда? Ну, конечно, куда еще. Бежали. Ой, тихо. Не заходим к тебе. Не заходим. Гуманитарные конвои приходят. Ты понял, как? Да. Короче, пункт выдачи, да, допустим. Ну, вот эти люди, у них ни транспортного средства, ни никакое канитель сюда же не приходит. Да. И отсюда автобусы никакие не ездят. А возможности вызвать такси, не получая пенсию. И живя неизвестно где, в разбитом доме. Возможности просто нету. Если вот там периодически хоть кто-то будет там отправлять, там, допустим. Ну, вот, допустим, нет, я отправил вот специально там посылки для там стариков, допустим. Ага. Они именно вот ребята передадут куда надо. Они все находятся здесь на передовых позициях. Они знают, кто где живет. Они хорошо отнесут. Сделаем. Вот. Значит, в следующем грузе так и будет. Вот жилой квартал. Смотри, не провались. Вот такой беспредел. Они все изращенные вообще. А вот в этом доме живут люди. Кстати, зацени.
А вот и гуманитарочка. Еще одно подтверждение, что все доходит строго. Моторола? Да, Моторола. Моторола получил. Вот Моторола. Все, Моторола отправили, Моторола принял. Здесь-то ее и потрошил. Да. Здесь и потрошил. Вот так вот. Все доходит. А, может быть, здесь потом? ШБМ, это может? А, это шлемы же. Это шлемы, ну, да, ШБМ. ШБМ. Вот, пожалуйста, шлемы, которые дошли. Это шлемаки были здесь. Вот как 74-го года, может. Да вы что, ребят, как раз под фейерверки, так понимаю. Да. Спасибо, мужики. Ну, это для всего нашего фонда, для всех тех людей, благодаря которым нам удается собирать грузы для вас. Спасибо, ребят, большое. Спасибо. Андрей, благодаря которому он закупил на 3 миллиона вот берцы, в которых, да, вот мы с вами сейчас бегаем. И Михаил, Южно-Сахалинск, 8 миллионов рублей потратил. Благодаря таким людям, вот эти герои сейчас одеты, обуты в касках и защищены. Ну да. Ну как бы, Гипсов, вот мы почему тебя сюда привели, да, чтобы ты посмотрел реально, что все доходит. Все доходит. Все, да. Вот вижу, вот все ребята стоят в каске и тому подобное. У нас есть еще остались, вот ребята раздетые. Так вот сегодня оденем уже, ночью перетянем и оденем уже, все. Ну да. Не, но у него свой стиль. Надо, у него стиль, отправить. Действительно. К этому стилю бы еще броник. Да, мечту Моторолу и все, и будет закончено, когда уже кинозвезда практически. И все. Так что всем тем, кто присылает свои средства, огромное спасибо. Все идет вот этим героям. Спасибо. Кстати, Киргизия тут. Киргизия начала помогать. Вот 20 тонн продовольствия обещают. Лукбек, по-моему, зовут человек, обещает уже через неделю прислать 20 тонн продовольствия. Вот узнаем. Вот можно сразу сказать, да, Моторола? Если не пришлет... То да, уже Моторола, ты будешь Моторола звонить Моторола на этот непонятный номер. Моторола поедет за этим продовольствием. Киргизии не хватало, да. Киргизии еще не воевал. Вот туда надо приезжать, военные фильмы снимать. Пожалуйста, вот главный режиссер. И актер в одном лице. А мы все, Рэмбо смотрим, Шварценеггеров. Нет, вот идут русские герои наши. Опытный. Это что? Осечка. Конченый лук. У меня лугов нет. Есть. Ой, ёшкин кот! Новороссия, новая Россия! Новороссия, русская земля!